Я тебе сказал, чтобы ты больше к Алисе не подходил. Я буду принципиально вот добиваться Алисы. Ты с какого хрена вообще приперся сюда опять к забору, а? Ты что, тупой, что ли? Я тебе сказал, что с Алисой нельзя говорить. Нафига ты с ним общаешься? Нафига ты принимаешь у него подарки? Егор, я знаю, что он бабник. А ты что, не бабник? Вот ты на своем канале, пацаны с планом, с каждой девушкой свидание проводишь. Ты нахер меня за руку взял? Давай, давай, дружище. Ты давай. Вот. Отпусти. Я на концерт поеду. Блин, а можно с тобой? Егор, ты не хочешь извиниться, а? Перед кем? Перед Виталиком. Ты что ты делаешь? А нафига ты берешь у него шоколадки? Я же тебе говорил, Алис. Моя шоколадка, я сама разберу, что ты делаешь. Алис! Тим, тупая, иди отсюда, что, совсем, что ли, он меня позвал? Мне ты совсем, Это трэш. Виталик, который работает в Dexter Production, продолжает терроризировать мою младшую сестру. На канале Dexter играет, он прямо во время записи летсплея домогался до моей сестры. Я тогда очень жестко отреагировал. Ты руку на колено положил, ты чё, пошёл отсюда, обувайся! Выгнал его за шкирку из дома нафиг. В предыдущем ролике он прямо в ролике сказал, что ему нравится Алиса. А вот мне это совершенно не нравится. И его поведение мне совершенно не нравится. Потому что я знаю, что Алиса девочка скромная. Она не может прямо сказать, что нет, Виталь, не надо меня звать в кино и так далее. И сегодня Виталик перешел просто все границы. Короче, смотрите. Давай это, присядем, здесь может подождать. Давайте, да, мне без разницы. Я что-то думала, тут Егора. Нет, давай я лучше домой, потому что я там сейчас помидоры солю. И хорошо, мне, давай. Я, пока ты будешь ждать, я хотя бы что-то поделаю. Давай, приходи. Это внимание не обращай, немножко беспорядок, видишь, я тут консервацией занимаюсь. Присаживайся. Вот, я вообще... Ты говоришь, к Алисе? Да, к Алисе вот приехал вообще. Мне надо просто с ней поговорить. Да? Да. Ну, а что вы там... С ней где пересекаетесь, что ли, да, вот она уезжает. Ну, в городе с ней видимся, вот так и общаемся вообще по телефону. Не, просто она, ну, и в городе видитесь, да, с кем она там вообще гуляет? Она со своей подругой, вот, Софой гуляет. А, потому что она говорит всегда и спрашивает, с кем ты гуляешь, мало ли, может, она еще с кем-то, может, что-нибудь скрывает. Да не, вот всегда ее с подругой вижу, иногда могу сам ей предложить погулять там, сходить. А ты чем занимаешься, работаешь или... Или да, я вот работаю в Dexter Production, там единоборствами занимаюсь, могу там и за себя постоять, и за друзей. То есть ты спортсмен, да? Да. Спортивный, потому что Алиса, она музыкальную школу у нас закончила, не знаю, может, ты не в курсе? Не знал. По восьмилетке, то есть у нее предпрофессиональное музыкальное образование и еще художественную школу она закончила. Блин, офигенно вообще. Да. Ну, я вот, если что, за Алису могу тоже постоять, там, за друзей могу постоять. Ну, ты когда, вы когда там гуляете, ты хотя бы присматривай, если ты там, допустим, гуляешь, ты хотя бы присматривай, мало ли, какие-нибудь там ребят подойдут, кто-нибудь приставать начнет, или там, ну, всякие ситуации бывают, хотя бы контролируй, потому что я же не могу ее контролировать. Хорошо, да, конечно, вообще без проблем. Возраст у нее же не детский. Да, конечно, присмотрю, вот там я... Пару раз встречал в Ногинске, там реально одни вот наркоманы ходят, алкаши. Да ладно. Да, вот даже недавно был случай такой, то что приехал на вокзал, сцепился вот с наркоманом, что-то докопался. Ты сцепился? Да, я сцепился. Он что-то в автобусе сидел, докапывался до меня. Так это днем или вечером? Ближе к вечеру было вот как раз. Потому что иногда я тоже, вот я переживаю, потому что Алиса возвращается... В 9 часов уже темно, и я вот, ну, если честно, то переживаю за нее. Что-то еще и наркоманы у нас там. Ну, а с Алисой у тебя что? С Алисой пока что ничего, просто вот с ней хорошо общаемся, нравится мне очень сильно. А, знаешь, что ты, это, в последнее время что-то она многим нравится, если честно. Уже скоро будем отстреливаться. Я уже говорю отцу, давай покупай ружье. Будем от женихов отстреливаться. А многие приходят? Вообще, это, приходят, да, ребята. Там и к ней подходят в городе. Поэтому я и переживаю, что одна более... Ой, Егор приехал. Егор? Да. Егор, привет. Привет, Егор, вон Виталь приехал. Алису ждет. Здорово. Здорово. Я думала сначала, что он к тебе, он, оказывается, Алису ждет. Представляешь? А, Алису ждешь? То есть не ко мне ты приехал поговорить, а Алису ждешь? Да, я к Алисе приехал, жду и сижу. А я что? Так я же тебе говорил. Ну, я знаю, что ты мне говорил. Ну а почему мне нельзя сюда приехать, например, поговорить с ней? Приехать сюда, за стол, к маме посидеть, у меня дома, что ли? Егор, ты чего так не... Я приезжал просто к Алисе, вот, ну, не знал, что её нет дома. Я ему сказал, чтобы он с Алисой не общался. Я ему сказал, с Алисой ты не общаешься. Ну просто смотри, Егор, мы сейчас обсуждаем... Он приехал, ты это еще снимаешь сейчас на видео. Егор, да, я начал видос записывать. Егор, ты подожди, ты успокойся-то. Я говорю, Алиса гуляет по вечерам, я у Виталика спрашиваю, с кем она гуляет там...
Чтобы он присматривал за ней, может быть. Вечером все-таки возвращается. Пойдем пообщаемся. Пойдем. Ладно, давайте. Ребят, лучше там общайтесь. Это прикольно, что ли? Я не понимаю, что. Я нет, я не на приколе, Егор. Почему? Давай, выходи отсюда. Хорошо, сейчас выйду. А что за наглость, я не понимаю? Ты нахрена сюда приперся? Я пришел когда просто к Алисе поговорить, и все, когда Егор. Ты в дом приперся сюда? Я не знал, что ее дома нету. Зачем? Так меня твоя мама дома пустила. Нет. Мама пустила. До чего ты соглашаешься? Так она мне предложила тут подождать. Совсем дурак, что ли? Зачем ты соглашаешься? Ну а что, блин, согласился? Все, я же ничего не делал. Я тебе говорю, Виталий, чтобы ты здесь не был, чтобы ты сюда не приходил больше вообще. Я просто хотел с Алисой поговорить. И что твоя работа Dexter Productions находится под угрозой. Потому что я сказал, что если ты будешь продолжать этим заниматься, тогда вряд ли мы с тобой будем дальше продолжать работать. Давайте на улице выясните отношения. Да, Макс, давайте выйдите и выясните отношения на улице, пожалуйста. Да, мам, сейчас. Я не понимаю, Виталий, ты что за бред, а? Да это не бред, Егор. Это не бред, я тебе сказал, Виталий, по телефону, еще находясь в Москве тогда, я тебе сказал, мы с тобой прям реально поругались тогда, чуть ли не поругались, Виталий. Я тебе сказал, чтобы ты больше к Алисе не подходил. Ты с какого хрена вообще приперся сюда опять к забору, а? Я пришел к Алисе поговорить, я не знал, что ее вообще нет. Я тебе сказал, чтобы ты к Алисе не приходил, что тебе еще непонятно? Сейчас, мам. Нахрена ты пришел? Ты что, тупой, что ли? Я тебе сказал, что с Алисой нельзя говорить. Да почему надо с ней нельзя говорить? Поговорить с ней? Ты почему пришел сюда вообще к маме? Твоя мама меня сама пустила, сказала, хочешь, а подожди вот тут. А нахрена ты соглашаешься, я не понял? Ты что, непонятно, что ли? А что, мне на улице ты сидеть ждать? Ты что, своей глупой головой не можешь? Да, на улице ждать. Вообще здесь не надо ждать. У дома. Но я с твоей мамой разговаривал дома, она у меня спрашивала вопросы, как она вообще, с кем она гуляет. Че ты такой злой-то, Егор, я не понимаю, да я просто пришел. Что, потому что ты с первого раза говоришь, Виталий, ты что-то вообще, я не понимаю. Когда с тобой записывали летсплей, ты что-то тупил, и сейчас как будто тоже тупишь, тебе не кажется, что ты тупишь, а? Нет, мне не кажется, Егор. Я не понимаю, Виталий. Давай, все, иди отсюда. В смысле, иди отсюда, Егор? Не, я никуда не пойду, я буду Алису тут ждать. В смысле, ты будешь тут ее ждать? Ну, в прямом, Егор, вот типа вот. Вот видишь, я сумку положил, буду сидеть тут ждать. Снимаешь, что, контент-мейкер до хера, что ли, стал, а? Да. Ты что-то не понял. На твой канал все полетит, видос пошел запись. Отсюда, Виталий. Не, я Егор, я никуда не пойду. Егор, мне сейчас настроение, Виталий, реально. Егор, я никуда не пойду, я буду тут ждать Алису. Ты не пойдешь, давай сейчас контент сделаем. Ты вот сейчас просто руку давай убирать, и вообще что творишь-то? Чего? Ты нахер меня за руку давай, взял? Давай, давай, дружище. Ты давай. Отпусти. Где ты была? Чего? Чего вы делаете, извини, пожалуйста, не хотела. Да ничего страшного. Я просто за цветы начала переживать, начали тут пихаться. И думаю, сейчас мне все переломаете. Иди отсюда, я тебе сказал. Да в смысле иди отсюда, Егор? Иди отсюда. Сумку-то хотя бы отдай мне мою. Егор, давайте разберитесь. Вообще дикий какой-то. Слушай, Виталий, еще раз придешь. Я за себя не ручаюсь, реально. Я не посмотрю, то, что ты там Dexter Production, не Dexter Production, то, что мы с тобой друзья. Не знаю, возможно, уже бывшие друзья. Я на это не посмотрю. Хорошо. Я тебе клянусь, Виталий. Ну, Алису я буду тут ждать туда. Ты мне запретил вот на территории ждать, я буду, значит, тут ждать ее. Вообще, блядь, бред какой-то. Отвечаю, водой облить. Я вообще, типа, в шоке. На меня мама Егора вылила воду. Я думал, она будет вообще прям кипяток. Вот, и она такая какая-то горячая, блин, слава богу, немножко остыла. Облила меня полностью вообще. Мне подруга Алиса сказала, что Алиса сейчас поедет с города как раз домой. Вот. И пойду, короче, сейчас к ней навстречу туда. Чтобы вы понимали, типа, ну, туда прям по дороге пойду, короче. И все. И буду сейчас тогда ее. Вообще тогда лучше прям встречу ее там. И вместе с ней как раз пойду это. До дома. Егор, это я знаю, что ты будешь все равно этот ролик потом смотреть. Знаю, это типа вот. Я буду принципиально вот добиваться Алисы, прям вот до конца я буду идти. Так что, Егор, знай, это вот я буду делать принципиально. Да, короче, у Виталика крыша поехала принципиально до конца. Не знаю, кажется, я забываю, сколько Виталику лет, забываю, что бушуют гормоны. Это для меня, конечно, все понятно, что у них ничего быть не может. А вот Виталик себя, походу, вообразил героем фильма, который добивается принцессы. Ребят, я, короче, позвонил сейчас Софье, она мне сказала, что Алиса сейчас пойдет уже с остановки сюда домой. Вот, в принципе, вот по вот этой дороге она пойдет. Я, кстати, смотрите, кого нашел. Собаку. Вот, мы вместе с ней, короче, ждем Алису. Эй, ты куда убежал ты? Иди сюда. Она меня, короче, боится. Вот, Алиса пойдет вообще по вот этой вот дороге. Эй, собака. Эй, да не бойся. Стой. Как думаешь, что-нибудь у меня получится с Алисой или нет вообще? Эй, собака. Иди сюда. Боится что-то. Ну, короче, я буду ждать Алису. И там пойду провожу ее уже до дома. И подарю ей как раз шоколадку.
Короче, ребят, я не знаю, через сколько пойдет. Прошло минут 5, наверное. А, вон она как раз идет. Вообще шикарно. Такая красивая идет вообще. Прям вообще красотка. Алиса, привет. Привет, привет. Как дела у тебя? Да все хорошо у тебя. Да тоже все хорошо. Ты сейчас куда? Да, да вот вышла с тобой встретиться, в принципе, не занята сейчас. А потом у тебя какие вообще планы? Потом, не знаю, пойду, наверное, собираться. У меня вот завтра мероприятие там. Что за мероприятие? Ну, я на концерт поеду. А что за концерт? Ну, на НК, знаешь, такого? Да, знаю, да, который песня «Гламур» там? Да. Блин, офигенно. А ты с кем поедешь вообще? С подругой своей. С Софой? Не, с другой. Другой? Блин, а можно с тобой? Блин, а там билеты надо было покупать, там уже все распродано. Блин, жалко. Наверное, не получится уже. Ты сейчас домой вообще пойдешь? Ну да, наверное. Ну хочешь, пойдем, я тебя провожу как раз. Давай. На, я тебе как раз шоколадку купил. О, ничего себе, спасибо. Да не за что. Вот, чем вообще сегодня занимала? Сегодня... Да я вот встала только вообще недавно, а сейчас... А я тебя ждал возле дома, тебя не было. А, да? Блин, я думала чуть попозже выйти. Не, вот мне потом Софа сказал, что ты сейчас домой пойдешь. Решил тебя тут подождать. А, Софа? Да. А, ничего себе. Ты сейчас, получается, что, будешь собираться куда-то? Ну, да, наверное, буду вещи собирать на завтра. Все-таки рано выезжать. Блин, я думал, там, может, какой-нибудь, может, в кино сходим или еще что-нибудь. Ну, когда в кино? Да можно было бы сегодня. Блин, сегодня, мне кажется, уже не получится. У меня там дела еще на вечер. А потом вообще после концерта что будешь делать? Не знаю, наверное, пойду домой, там очень поздно все закончится. Вот, наверное, сразу приду домой, пойду спать. Получается, на этой неделе ты вообще, да, занята? Блин, на этой неделе, не знаю, даже, может, на выходные буду свободна. Не знаю, если что, спишемся там. Все, хорошо. Так вообще, что каждый день делаешь? Сейчас-то вот... В зал начала ходить. О, в зал? Да. Блин, я, кстати, тоже, да, в зал хожу. Можно будет как-нибудь вместе сходить. А ты по каким дням ходишь? Да мне без разницы. Я могу 3 раза в неделю сходить, могу чуть больше. А, ничего себе. Ну, можно тогда вместе ходить, в принципе. Ты сюда вот в Ногинске ходишь? Да, тут в Ногинске. А, ну это вообще кайф тогда. Виталик, спасибо тебе за шоколадку, конечно, но мне, наверное, пора идти, у меня дела сейчас. А что за дела? Ну, буду, наверное, готовиться к завтрашнему дню как раз. Все, давай тогда. Давай. Пока, спасибо. Давай, да не нужно. Блин, у нее какие-то дела, блин, у всех какие-то дела, вот, вообще не понимаю, что мне дальше его делать. Я уже даже не знаю, что можно такого придумать именно с ней, да? Ну, короче, Али, знай, это ты мне кинула вызов, вот. Сейчас что-нибудь тогда придумаю. Блин, а что придумать-то, я даже не знаю. Блин, обидно, что она домой пошла, какие-то дела у нее там или еще что-то. Почему, блин, я ее столько стоял, ждал, блин, а она домой ушла. Ну, вообще, блин, пипец, по-моему. Офигеть, мам, ты его, конечно. Егор, ты не хочешь извиниться, а? Перед кем? Перед Виталиком, перед кем? Перед Виталиком? Мам, перед каким еще Виталиком мне извиниться? Я лучше перед тобой хочу извиниться, то, что мы вот так вот наделали, там какого-то шума навели. Перед тобой, мам, хочу извиниться, а не перед Виталиком. Перед каким еще Виталиком? Ну, серьезно, мам, ну прекрати. Ну, ты его водой, конечно, нормально так облила. А что там было-то? Там была вода, Егор. Я побоялся, что она горячая, просто забыл. Да, ничего страшного, потерпит, если что. Да потерпит, нормально потерпит. Привет. А да что тебе женихи какие-то ходят уже с табунами? Виталик пришел. Это он тебе подарил? Ты что? Да. Это он тебе подарил вот эту шоколадку? Да. Что ты делаешь? А нафига ты берешь у него шоколадки? Я же тебе говорил, Ариш. Моя шоколадка, Егор. Так я тебе говорил, нафига... Что ты сделал? Я тебе куплю другую шоколадку сейчас. Поехали в Пятерочку, я тебе куплю шоколадку. Нафига ты у него подарки принимаешь? Зачем ты это сделал? Я сама решу, что мне делать. Потому что, Алиса, я тебе куплю 10 таких шоколадок, 20 таких шоколадок. Поехали в Пятерочку, я тебе куплю. Нафига ты у гопника берешь шоколадки? Да я сама разберусь, что Алис. Мне делать. Мне уже 15 лет. Нормальный парень. 15 лет. Нафига себе ты уже взрослая, Алис, какая? Я сама решу, что мне Алис. С подарками, сидись.
знаю, кто он. Кто он? Скажи мне, кто он? Давай, кто он? Кто он? Давай, скажи. Ну, кто он? Скажи, Алис, кто? Виталик. Виталик Бабник. Что, и он Бабник? Хочет с тобой, и он хочет быть с тобой, чтобы тебя поматросил и бросил. Недельку с тобой походил и бросил. Как со всеми девчонками, которыми он встречается в Ногинске. Он Бабник. Нафига ты с ним общаешься, нафига ты принимаешь у него подарки, я тебе уже говорил, когда вы приезжали ко мне в Москву, и мы снимали летсплей, уже было понятно, что он полный неадекват, полнейший неадекват, ты все равно от него принимаешь какие-то подарки, ты там выслеживал, что ли? Егор, я знаю, что он бабник, а ты что, не бабник, вот ты на своем канале, пацаны с планом, с каждой девушкой свидание проводишь? Я не бабник, Алис! Снимаешь свидание. На пацаны с планом, да, я бабник. Я бабник, потому что я снимаю свидание на пацаны с планом. Я там делаю девушкам свидание. И я им сразу говорю, подходят они мне для отношений или не подходят. Если мне не подходят, я им дальше воду в уши не лью, а Виталик льет. Виталик вводит в заблуждение. Потому что ты ему сейчас отказываешь, ему интересно тебя добиваться. Ну пусть добивается, так и надо, чтобы он добивался. Смысл? А тебе это зачем? А ты ему не можешь сказать то, что он тебе не интересен? Тебе нужно, чтобы тебя добивались, что ли, или что? Что за фигня? Если ты понимаешь, что он тебе не интересен, он тебе интересен? Я не знаю еще пока. Ты что, прикалываешься, Алис? Ты совсем, что ли? Ты отличница, ты занимаешься спортом, у тебя хороший образ жизни, и ты будешь с гопником встречаться, который ашки курит. Он не курит ашки. Он курит ашки! Егор, я это, он мне говорил, это он мне говорил то, что он бросил курить, он курит ашки, он... припухивает с Эриком. Эрик мне сказал, я Эрику говорю то, что Виталик бросил курить. Он просто посмеялся мне в ответ и говорит, Виталик бросил курить? Да нет, конечно. Он курит, бухает. Егор, я гуляю с ними, я знаю, что они... И разводит девчонок. И никого он не разводит. Разводит девчонок, Алис. Я не знаю, как тебе по-другому сказать. Я тебе говорю, как старший брат, просто я это вижу, я с ним работаю, он работает в Dexter Production у меня. Ладно, все, Егор. Вот не будем обсуждать, Алис, просто подумай и сделай вывод хоть какой-то, реально. Я расстроилась, Егор, что ты мою шоколадку выкинул, потому что кто бы ее не купил. Ну, расстроилась. Ну, порасстраиваешься и перестанешь расстраиваться, Алис. Подумай, пожалуйста, над тем, что я тебе сказал. Я, ребят, не могу реально, потому что меня это бесит. Меня бесит это. Что это за хрень? У нас просто ролики перерастают вот такие вот конфликты. Мы с Виталиком вроде нормально снимали видосы, все было нормально, все было хорошо. Но вот в какой-то момент случается какая-то хрень. Либо он надо мной прикалывается и просто хочет делать контент вот такой вот. Ну хорошо, если он хочет делать контент, давайте делать контент, окей, вот вам контент. Нравится вам такой контент, ребят? Давайте будем делать такой контент тогда, окей. В тот вечер я реально бомбил. Алиса со мной до вечера не разговаривала. И чтобы хоть немножечко успокоиться, чтобы хоть чуть-чуть себя привести в порядок, ребят, я написал своим подписчикам в чатик, Дексик на Хасле, он, кстати, в описании есть. Мы собрались, поиграли в Хасл, устроили гоночки. Я там намутил АМГшечку, на АМГшечке гонял. Кучу штрафов все заработал, просто штрафы. Итак, давайте с вами, ребят, тусуем так. Вы посмотрели оба летсплея. Первый летсплей был с Алисой и с Виталиком. Второй летсплей был с моей соседкой Аней. У меня хорошо, тоже супер. Вот сегодня как раз-таки уже ждал момента, когда мы начнем снимать. Быстрее. А можно водички? Да, конечно. Хочешь водички, да? Да. Угу, да. Можем просто созвониться. Ну, можем так чисто периодически просто созваниваться, допустим. Хорошо. Даже без игры. If you know how to love, know how to wait. Да. Я бы хотел, чтобы вы перешли на канал Dexter Играет, вот на этот канал по ссылке в описании, и написали в комментариях, с кем бы вы хотели следующий летсплей. Я понимаю, что эти видосы очень интересные и очень крутые, и игра вам всем очень нравится. Очень много подписчиков уже залетели на 14-й сервак, ввели промокод Dexter, получили 70 тысяч бонусных рублей. Я все это понимаю, ребят, но летсплеи чаще записывать не могу, поэтому хочу, чтобы каждый летсплей был на вес золота. Поэтому перейдите, пожалуйста, на последний видос и напишите в комментарии просто, кого вы хотите там видеть. Почти 500 000 просмотров, друзья, на летсплее с Алисой и с Виталиком. Это просто капец, я не ожидал, что вам так сильно понравятся летсплеи. Друзья, я буду реально стараться их записывать чаще. Жду от вас комментарии, с кем же мне это сделать. Ну а пока смотрите видос, чтобы играть с нами, чтобы играть со всеми участниками канала и со мной. Ссылки есть в описании на игру Радмир. Да, как дважды два, Хасл с телефона, а Радмир с компа. С компа Радмир, Хасл с телефона, с которого ты смотришь. Все ссылочки находятся в описании, а мы продолжаем.
Всем привет, ребят. Это я, Эрик, и как всегда со мной Виталик. Вот. Сегодня он придумал бешеную идею. Вот прям вот мирового уровня. Я не знаю, конечно, Егору это не понравится вообще, потому что он и так ходит постоянно злой какой-то. Вот, но сейчас это вообще жесть полная. Мне кажется, Виталику потом он звездюлей, конечно, смачно даст. Короче, ребят, чтобы вы вообще понимали, что я сделал, я попросил Эрика, чтобы он мне в этом помог. Я купил фруктов, купил букет цветов. Да, я покажу подписчикам. Смотрите, я, короче, купил букет цветов. Там что? Там вот фрукты. Там вот фрукты. Банан, плед. Нектарин, еще что-то. Плед вот мы взяли, да? Идем все это подготовить, потому что я хочу посидеть с Алисой, да, типа на природе. Мини-свидание, можно так сказать. Блядь, да ты реально не боишься, что он тебя прибьет? Что, Егор? Да. Это тюбик? Ты что, прикалываешься? Ты его вообще видел? Ты вообще дурак, что ли? Какой тюбик? Там даже шип охуеть. В смысле? Ну ты не видел, что ли, видос на пацаны с планом? Там даже шип реально охуеть. Спасибо. Понравилось? Да, понравилось. Круто. Слушай, мне бы понравилось, если бы мы что-то с тобой придумали из взрослого, из взрослой тематики. Я видел. Что он там охуеть? Совсем, что ли, блядь, ты дурак, пересмотри видос на канале пацаны с планом. Да там шип там... Просто, он просто в ахере стоял. Да я этого тюбика, если что, сложу ты на раз два вообще, как блядь. Как мы вдвоем вместе взяты. Да вообще, мне на этого Егора, если честно, реально вот сейчас насрать. Я буду вот идти до конца, просто вот. Я хочу добиться того, чтобы Алиса была со мной. Вот, а что он мне там будет уже говорить, что он мне сделает, мне насрать. Короче, я его, я понял, сложу. Что ты хочешь. Ты хочешь разными схемами обмануть Егора, да? Че, вот тут туда? Ты какой, ты что, угораешь, что ли? Во, смотри, как раз вот по дереву. Вот, стой, подожди. Вот тут вот. Во, реально, смотри. Травка. Смотри, на, держи. Травка офигительная. Блин, главное цветы не помять, потому что цветы я сам выбирал, я их покупал. Они самые офигенные, то, что я нашел вообще в этой цветочной. Не, давай это, чтобы было покрасивее, типа мы сейчас вот тут цветы положим вот так вот. Хотя, реально, что он там, подсними. Он реально силиконовый, он ходит вот так вот, думает. Ходит себе, гламурный, блядь. Ну, как пацан вот один в Ногинске ходит, там, знаешь, да, такой, да, блядь. Ну, типа реально, на понтах. Он вообще, он, ладно, я перегнул палку, там, шип, ну, конечно, пацаны с планом, охеренный канал, но шип там не там, не прям так охерел, то, что, блядь. Егор, конечно, резиновый. Ну, он силиконовый, реально. Вот я думаю, он просто что-то использует. Ну, я не знаю, может, не... Я не удивлюсь, если у него... На спине татуировка с лицом асхаба Тамаева. Во, реально, прям вот так положи, типа, и будет вообще с кайфом. Вот. Я знаю, братан, я тебе сейчас помогу охерительно сделать. Ой, ребята. Ой, пакеты улетели. Мы все-таки не мусорим. Я потом это все за собой уберу обязательно. Ну, короче, реально, даже пусть, да, будет так. Тогда цветы я просто в руку возьму, и будет все с кайфом. Вот в последнем ролике я, конечно, ошалел то, что он говорит, я приеду, и Виталику будет... Ты че он приедет, ёпта? Ну приехал он, и что сделал, ёпта? Я с ним виделся я сегодня. Я сказал, что он сделал. Ой, вчера я с ним виделся. Ну вот, что он тебе сделал? Побил, что ли? Нет, он меня ну, просто вот из дома выгнал. Из дома меня выгнал, его мама меня водой облил. Ну вот он за мамой прячется, мамин кицанул. Все возможно. Все, сейчас будем ждать, короче, Алису уже. Все подготовили. Ребят, позвонил сейчас Софья, она мне сказала, что Алиса сейчас приедет с города. Вот, пойдет по дороге, я ее как раз встречу. Эрика пока что оставил там, чтобы он последил за покрывалом, за всем, то, что там есть. Вот, думаю, сейчас встретить и вообще подарить вот это все свидание. Потому что, как я думаю, что ей такого еще никто не дарил. Ну, по крайней мере, я так думаю, что еще никто не дарил. Егор, знаю, это вот реально месть за то, как ты со мной поступил. Потому что я... Наоборот, очень сильно хочу работать в Dexter Production. Я очень сильно для этого стараюсь, снимаю ролики, все делаю, а ты со мной так поступил. Так что, Егор, это месть тебе. Короче, организовал мне свое свидание. Я не подумал про Софу. Надо мне вот номер Софы взять. И каждый раз у нее, каждый день спрашивают: Софа, где там Виталик? И если Виталик приезжает, чтобы я его просто прогонял. Или здесь, не знаю, может быть, охранников мне нанять для Алисы, чтобы они прогоняли Виталика. А лучше давали ему пи***, потому что чувак вообще обнаглел. Он найдет. Она меня не видит, она потому что телефон сидит. Надеюсь, она будет рада, что я ее вообще встретил. Виталик, опять ты. Алис, привет. Как дела? Привет. Хорошо. Ты за мной следишь, что ли? Нет, я за тобой не слежу. Я тебя уже какой день вижу.
Ну, я просто Софи написал, спросил, где ты. Ну, она мне сказала, зачем ты вообще пишешь? Ну, потому что я хочу узнать, где ты вообще, как ты. Ты реально следишь за мной, что ли? Я не слежу. Мне уже просто некомфортно реально от этого. Ты сейчас домой пойдешь? Да, домой. Блин, пошли со мной, пожалуйста, там до одного места. Чем? Ну, там кое-что хочу тебе показать. Нет, Алик, я домой. Ну, Алис, ну, пожалуйста. Где это? Далеко? Нет, тут буквально вот метров 100-150 пройти и все. Алис, ну прям прошу тебя. Реально вот последний раз и все, я на тебя отстану. Навсегда. 100 метров? Да. Ну точно 100 метров, обещаешь? Обещаю. Нам вот сейчас по прямой просто идти туда вот. Я просто кое-что подготовил для тебя, вот хочу тебе показать. Как тебе вообще день прошел? Да хорошо, все, вот только из города. Я вот для тебя сюрприз сделал. Готовил, да. Старался. Надеюсь, он тебе понравится. Ну, по крайней мере, я вот думал и думаю до сих пор, что тебе такого еще никто не делал. Да? Я думаю, что я буду первый вообще, кто тебе такой сюрприз сделал. Блин, Олеся, ты же понимаешь, что вам не быть вместе. Для чего ты тянешь? Почему ты не можешь просто сказать Виталику то, что ему не суждено с тобой быть? Для чего тянуть и давать какие-то ложные надежды? Я этого тоже не понимаю реально. Хоть Алиса и моя сестра, но я этого не понимаю, ребят. Вот, а что потом вообще собираешься делать? Понял. Вот, нам сюда. Блин, опять она. Привет, это мне? Нет, это не Ой, тебе. Мило, я так и знал, то, что ты ко мне вернешь. Нет, 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 стоп, 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 подожди, что? Букет не тебе вообще. Охренеть, блин. Короче, вышла та самая курица, которая за Виталиком сталкерит. Почему курица? Потому что она себя ведет просто неадекватно. Смотри, что она делала в предыдущих видосах. Она сначала Виталю перцем заливала, а потом признавалась ему в любви. Ребят, это вот... Сейчас, Алис, подожди, я тебе сейчас все объясню. Как она тут нахуй появилась, слышь, братан? Я, сижу, она из кустов каких-то вылетела, как псина под... заборная. Чего? Подожди, стой, букет? Букет не тебе. Стой, Саш, подожди, букет, во-первых, не тебе. Дай его, пожалуйста, сюда, обратно. В прямом, это вот моей подруге Алисе я его купил вообще-то. Алисе? Да, Алисе я его купил. Ты издеваешься? Ты уже заебал, ты вообще ничего не делаешь для меня. Так я тебе все еще в тот раз сказал, что у нас вообще ничего не будет с тобой. Я тебе говорю, что мне нравится другой человек. Это Алиса? Ты издеваешься? Да, это Алиса. Ты поменял просто богиню, ты понимаешь? Какая ты богиня? А ты что стоишь, пялишься? Это что вообще такое? Да я не знаю, она за мной в тот раз следила. Вот ее вообще не должно было быть. Я тебе подготовил, может, типа, мини-свидание. Меня тошнит реально от твоего голоса. Ты что, издеваешься? Я, наверное, пойду тогда. Не-не-не, подожди, стой, сейчас мы ее прогоним просто и все. Тебя тошнит, это есть еще не твой. Я тебе клянусь, я когда готовился, ее тут вообще не было. Она выглядит... Эрик, вообще, откуда она? Это не зеркало тебе, чтобы ты так говорила, ёб... вообще, закрой, еб***, реально, еб***. Да ты чё, выдра ебаная наша. Эрик, как она вообще появилась? Я тебе говорю, она как пси***, подзаборная, вылезла из кустов, на***. Ты до него доебалась, до этого Виталика. Чего это? Он меня позвал. Ты что, видосы не смотришь, я не знаю, или что? Ты не в курсе, какая у нас с ним история? Блин, Олеся, она тупая. То, что мы скоро встречаться начнем. Чего? Какое встречаться? Ты что, дура, что ли? Какое встречаться? Алло, ты что несешь? Блин, моим тупая, иди отсюда, блядь. Пошла. Так, подожди, стой. Это он меня пригласил. Реально, вообще, вот это все... Виталик, помолчи. Вот это все вообще не для тебя здесь. Нет, устроил. Нет, помолчи, я уверен, что для меня не нужно выпендриваться перед Алисой. У меня вот есть друг, который мне в этом всем помогал. Какой ты с ним ходишь? Ты я чё, его девушка, Виталик будет моим. Он меня добивает. Да ты пи***волка, блин. Ты совсем что ли? Он мне вот что подготовил. Да ты совсем. Я так и знал, что все этим закончится. Я обещаю вам продолжение этого ролика. Я считаю то, что виноваты здесь не Алиса и не эта девочка. Виноват, ребят, вот этот вот человек, лицо которого вы сейчас видите на своем экране. Все, иди нахер. Ты да что, куда? Дура, что ли? Я сказала, дура, блядь. Виталик будет моим. Разнимай. Разнимай, нахер. Тебе хочу сказать, Виталий, я очень долго терпел твои выходки. Я реально долго терпел твои выходки. Но теперь, когда я увидел свою сестру побитую, всю разлохмоченную, с царапинами и с потекшей тушью, придется тебе за это ответить, Виталик. И я тебе обещаю то, что ты за это ответишь.
Девочки начали драться, кататься по траве, и мою сестренку избила какая-то сумасшедшая дура. Она нереально много материлась и вела себя супер неадекватно. Продолжение вы увидите в моем телеграм-канале. Все быстрее туда!